На базе Центра подготовки персонала «Белый Раст» прошли отборочные соревнования оперативного персонала и диспетчеров СОТУ ЦУС, победу в которых одержала команда вологодского предприятия МС-центра. Теперь они стали полноправными представителями МС-центра на всероссийских соревнованиях оперативного персонала УАО ФСКС, которые пройдут в мае в Санкт-Петербурге. Подготовка была насыщенной, все-таки мероприятие ответственное для всей команды, ну, за исключением руководителя, оно проходило, мы участвовали в таком мероприятии первый раз, то есть хотелось выступить достойно, ну, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. В соревнованиях приняли участие команды 8 предприятий, составленных из лучших диспетчеров и дежурных электромонтеров центрального региона, ставших победителями региональных отборочных туров. 32 специалиста МС-центра в течение 4 дней демонстрировали свои профессиональные знания, умения и навыки в ходе 7 этапов испытаний. Проверялось знание действующих норм, правил и инструкций, умение освобождения и реанимации пострадавшего от действия электрического тока, навыки производства оперативных переключений, а также умение действовать в нештатной ситуации. Этап номер 6, противопожарная тренировка, в этом году видоизменена. Для тушения пожара оперативным персоналом предложена в этом году мотопомпа. Это имитируется пожар, который прошел под забором, попал на территорию подстанции и подходит уже к распределительному устройству. Здесь, скажем так, не масло, не оборудование горит, а пока горит трава, ну то, что находится на территории подстанции. По мнению главного судьи соревнований Владимира Ушакова, подобные состязания не только помогают определить лучших диспетчеров, но и способствуют укреплению дружбы и сотрудничества специалистов из разных регионов России, распространению передового технического опыта, повышению профессионального мастерства персонала и расширению технического кругозора. Нил Ворожищев, Роман Глухов, ФСК ТВ-центр.